Доброе время суток, дамы и господа. Сегодня мы с вами встречаемся по поводу того, как сделать, сложить собственное расписание в картине ТВ телевизионных каналов. Этот ролик создан по просьбе одного из наших подписчиков. Идем навстречу и сделаю подробный отчет, как это делается. У меня в одном из моих предыдущих роликов, связанный с настройкой картины ТВ приставки Ева, об этом сказано. Ну, поскольку вопрос поступил, давайте все-таки начнем. Итак, как это делается? Прежде всего, нам необходимо зайти непосредственно в картину ТВ. Имейте в виду, что подобное операция возможна только непосредственно с телевидением картины ТВ, белый квадрат, который вы сейчас видите в центре экрана. Ну, как его установить в центр, вы знаете, лево-право, вставим его в белую рамочку, давим кнопку Enter. Мы давим ее, можем сразу же даже три раза подряд, чтобы убыстрить процесс и войти непосредственно в программу передач. Давайте поменяем Россию, честно сказать, я этот канал очень не люблю. Возьмем пятый, допустим, да, и уйдем в него, чтобы нам было нейтрально, да, ко всем политическим взглядам это дело решать. Значит, смотрите, у нас появилось телевидение и идет какая-то передача. Первое, что мы должны сделать, это нажать кнопку Enter. Мы ее нажимаем. И у нас, как всегда, выскакивает программа передач. Мы знаем, что у нас есть три столбика, левый, центральный и правый. В данном случае мы будем работать со столбиком центральным, то есть там, где у нас непосредственно телевизионные каналы. Сразу скажу, что выставляться они будут в той позиции, в которой мы их выбираем. То есть ваши любимые каналы вы можете ставить наверх. А потом они будут все ниже опускаться и создаваться специальный список. Вы видите сейчас на экране, у меня есть выбрана папка «Общие» и выбран канал номер 5. Но над надписью «Общие» в центральном столбике мы видим надпись «Избранное». И вот это «Избранное» у нас пустое, у нас здесь ничего не занесено. Но занести сюда каналы и расставить их в нужной нам последовательности мы можем. Допустим, мы действительно любим канал ТНТ, мы любим посмеяться, хорошие фильмы, молодежные, и мы хотим занести его первым номером в список наших собственных каналов. Что для этого нужно сделать? У нас на пульте есть кнопочка с цветными точками. Красная, зеленая, желтая, синяя. Мы выбрали канал в белую рамочку, и сейчас мы видим, он у нас стоит в белой рамке, ТНТ, HD, ну, в данном случае у меня стоит задержкой 7 часов, но мы выбрали его, и мы давим эту кнопочку с цветными точками. У нас появляются 4 направления, красное, желтое, зеленое и голубое. Внизу экрана под надписью «Live» вы видите в левом нижнем углу сейчас надпись «Избранное» и стоит голубое направление с кнопкой «D». У нас на экране в центре обозначен центр пульта, ну нет только кнопки Enter в самом центре, а так 4 направления лево, право, вверх, вниз мы имеем. И соответственно мы выбираем направление левое и мы уходим влево один раз. Раз, и у нас рядом с каналом ТНТ HD7 появилась звездочка. Это значит, что канал занесен в список «Избранное», и сверху в избранном он появился. Следующий канал мы, допустим, любим кино и сериалы, папка «Мосфильм». Золотая коллекция, чудный канал, классика жанра, и мы решили, что он у нас будет вторым каналом. Мы его выбрали, опять же давим цветные точки и опять уходим налево. Ушли налево, появилась у нас здесь звездочка. Давайте проверим. У нас с вами в папке «Избранная» сейчас сверху стоит ТНТ, и следующим каналом стоит Мосфильм «Золотая коллекция». Так вы выбираете абсолютно любой канал. Например, нам нужен канал «Украина-24». Мы его выбрали, соответственно, и, соответственно, ставим звездочку, цветные точки налево. У нас с вами цветные точки появились. И, соответственно, в избранном у нас с вами появился третий канал «Украина-24». Как убрать канал из списка, если вы его уже выбрали?
Та же самая операция в обратной последовательности. Мы выбираем выбранный нами канал, например, пускай это будет канал ТНТ, мы решили его убрать из списка, мы его выбрали, также давим на цветные точки и уходим налево. И у нас звездочка исчезла, и, соответственно, исчез из списка избранных канал ТНТ. Вы видите, его здесь больше нет. Таким образом, вы создаете программу для вас, которая приемлема и которая убыстрит вам все поиски. Потому что, заходя потом к собственным передачам, собственным программам, вы можете просто уходить налево, выбирать папку «Избранное», заходить в нее и двигаться уже по любимым вами каналам. В данном случае вот я могу перепрыгивать между «Мосфильм» и «Украина», что меня уже устраивает, и я могу также доложить сюда и спортивные, и какие угодно каналы. Смотрите на здоровье, пользуйтесь картиной и ТВ, задавайте ваши вопросы, всегда рад ответить. С уважением, ваши Юрий и Виктор Тенман. До новых встреч в эфире.